Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья ВКонтакте в Одноклассниках. Сегодня 1.11.2017. Сегодня у меня новый уровень 50. Мой первый юбилейный уровень 50 в игре «Ёлочка 2018». «Ёлочка 2018» ВКонтакте. В игре «Ёлочка 2018», уважаемые подписчики. Так, все. Так. И по традиции на губной гармошке. Да, победа, уважаемые подписчики. Так. Я этому рада. Я очень рада этому. Ура! Мой первый юбилейный уровень 50. Ура! Ура! В игре «Ёлочка 2018» ВКонтакте. Вот и наступает 2018 год, уважаемые подписчики. Сегодня 1.11.2017. До Нового года осталось 60 дней, уважаемые подписчики. Ох! И вот, уважаемые подписчики, так. Еще, уважаемые подписчики, у меня появился брелок. Вот, уважаемые подписчики, я уже купила первый подарок. Мне уже мама подарила первый подарочек на Новый год. Ладно, уважаемые подписчики, хух. Остальных секретов я не буду раскрывать, ну, так что ладно. Я смотрю улицы, разбив на Е. 12 сезон, уважаемые подписчики. Ладно, всем пока. С вами Тишка Лина. Подписывайся на мой канал. Пока-пока, уважаемые подписчики. Подписываемся на мою страничку ВКонтакте. Ёлочка. Без сознания. Открытая черепно-мозговая травма. Его нашли раздетым, потому что форму у него украли. А как ты его нашла? Я проверила все несчастные случаи с молодыми людьми и нашла. Молодец. Олег Георгиевич, Квасов не мог стрелять в инкассатора, потому что в это время он уже был в больнице. Понятно. Ну, конечно. Жить-то будет? Жить будет. Состояние средней тяжести, но стабильное. Мне сказали, что позвонят, как только он придет в себя. Молодец, дочка. Так, все, капитан. Все, уважаемые подписчики, так, всем пока, с вами Тишка Ирина. Меня сегодня угостили сливы, уважаемые подписчики. Сливы, уважаемые подписчики, меня сливы угостили. Это слива, большая слива, уважаемые подписчики. Ну ладно, всем пока, с вами Тишка Ирина. Подписывайтесь на мой канал, пока-пока. И все, сегодня утром меня разбудили мои котики. Всем пока, с вами Тишка Лина. До встречи на следующих уровнях. Пока-пока. Ох.
Жесть, ой.